В ночь, когда Крым делал свой выбор за присоединение к Российской Федерации. На референдум. За референдум. Их так и назвали. Референдум, самца и весна, девочка. В 7 часов, когда еще Крым не знал итоги голосования, я уже знал, что родились тигрята. И находясь под действием патриотических чувств, так их и назвал. Референдум и весна. Вот им уже почти 2 года. Вы видите, как они выглядят, какие мощные, большие тигры растут вместе с российским Крымом. Ну, супер история.